Вышли прогуляться в праздничный день и получили букет цветов. В сквере на улице Старозагора прошла акция, приуроченная к Международному дню 8 марта. Инициатором выступил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Необыкновенное чудо произошло 8 марта в Самаре. По словам женщин, они получили в этот день не только розы от губернатора Дмитрия Азарова, а еще тепло и внимание, которого так не хватает в обычной жизни. Ну, конечно, это необычно, но это очень приятно. Такой праздник, спасибо большое. Это необычно, а потому что, ну, кто на улице, редко кто ударит. Праздничное настроение, все, я с цветами теперь, спасибо. Волонтерами по раздаче цветов от губернатора выступили депутаты городской думы. Желаем всем девушкам счастья, здоровья, любви, всего наилучшего. В охоту, чтобы девушки были счастливые сегодня. То есть это от чистого сердца акция. Миллион алых роз, как в известной песне, получили в подарок не только жительницы Самары, но и других городов и сел Самарской области. Сергей Кизоркин, Максим Гусев, события.